А откуда свобода личности, чтобы что-то исправить? Где-то это свобода личности, чтобы что-то испортить в закрытой системе? Это свобода исходит из свободы выбора. Когда ты в своей свободе выбора можешь навредить всей системе, а можешь исправить всю систему, где частное и общее равны. И это мы должны изучать, и изучать практически на себе, на мясе своем. Совершенной системой называется такая, где последний элемент согласен, пока не будет согласен со своим выбором свободным, со всей системой, она не будет исправлена. В таком случае, Раф, единицы, которые могут сделать эту порчу, это мы. Да, верно.